5 минут. Я вам принес стихи. Ах, 5 минут? Пожалею. Товарищ Штромберг, что же это такое? Что, сколько минут можно уже? Ну, Алла Борисовна, я не нахал. Я ехал черт знает откуда, а вы меня не приняли. Я сегодня опять брал. Ну, вы же уже 10-й раз пришли. Ну, а вы меня приняли, так второй раз? А прихожу 10-й раз. Какой же второй? Уже третий, да, 10-й раз. А приняли вы меня второй раз. Вот тогда мы сидели. Но если вы же им забыть, когда я переодеваюсь. Слушай, я вас еще толком не видел. Дайте на вас посмотреть. Ой, не смотрите на меня. А то я тоже начну такие. Нет, это... Стихи-то... А что, у меня плохие стихи? Плохие, послушайте, Высоцкий, Пушкин, Штромберг очень схожи. Когда-нибудь ученые отыщут и родство. Но суть не в том, да и не в этом тоже. Объединяют судьбы нас, талант и мастерство. Наша встреча с вами историческая. Да? Нельзя нам, Господи, разминуться, если мы в одно время живем. Прочтите хоть одну. Ну, я те-то прочла. Кого? Те-то, знаете, да, что, те все читают. Ну, дело в том, что мне не понравились. Вот именно. А может, эти вам понравятся. Я изгой, и родился на свет под жестокой звездой. Как смириться с судьбой? Быстро вы читаете, пропускаете, наверное, половину. Входите, я прочту. Давайте. Как не печатают меня сейчас, так не печатали всегда у нас больших поэтов. И многим хорошо известна установка эта. А как вы можете об себе заявлять, что вы большой поэт? Это люди должны сказать. Люди уже давно сказали. Какие? Композитор Лучинок написал талантливый поэт. Кстати, вот он мне книжку. Лучинок, я не захватил. Что ты наделал? Ага. Может, и... А он сказал, я ничего не боюсь. Меня, говорит, не снимут, как тех редакторов. А вы знаете, что такое графоманство? Хорошо знаю, и меня не путайте с ними. Но я вот что хочу сказать. То, что у вас исполняется, это действительно халтура. А исполняете вы хорошо. Ну, а то, что вы с собой привезли... Да, конечно. Я вам принес лучше. Ну, давайте тогда я буду это петь. Это не поется. Вот это вот можете... Это вот. Нет, чтобы... Я евреем родился в непроглядной ночи, не, да, виновен я в этом. Да, вот именно. Что родился поэтом. Да, вот вы именно. Знаете, но Борис Штромберг, неужели вы думаете, что из-за того, что вы евреи, вас не печатают? Нет, я так не думаю. А почему Розенбаум поет? Потому что ему советовали сменить фамилию. А он так не сменил. А он не сменил. И но поет, его, и стал популярным. Но его знала вся страна. Понимаете как? Интересно, как она узнала его, бедного еврея. А он, слушайте, так же, как Высоцкого. Меня с Высоцким выручила техника. Только двоим нам повезло. Я на листовку, которую вам дарил, а он на пленках. Прорвали умолчание зло. Понимаете как? Так что, Алла Борисовна, но у вас есть возможность сказать миру, что в Омске есть Штромберг, которого даже в гласность не печатают, так, и не дают выступать. А мои стихи, вот то, что я давал читать, читают. Они у меня идут вместо денег. Как таксистам, сапожникам. Это у меня идет вместо валюты. Ладно, я желаю вам успеха. Да. Но вы сделаете то, что обещали. Ну вот я делаю, вот, товарищи, вот это Штромберг. Нет, тут меня по Омску уже знают, лишь только выйду, окликают. Вы сделаете там дальше, за границей. За границей. Ладно. Ну теперь я сам ухожу. До свидания. А чувствую, что вы хотели еще поговорить. До свидания. До свидания. До свидания. Ну вот беда затем стала антисемитной. Так, товарищи мужчины, или считающие себя таковыми, прошу выйти. Ну, Коля, ну улегся. Коля! С подружки, с подружки. Опоздаем на выход. Он хочет полноэротический фильм.